Минус 40, да? Угу. Температура воздуха минус 40 градусов. Сегодня какое число? 27, да? 7. 27 ноября. Якутия, Арктика. Нож из стали N690 арктического типа. Для строганина. Длина клинка 18 сантиметров. Готовим строганину. Минус 40. Так, сначала плавники отрезаем. Вот так. Потом аккуратно убираем чешую. Вот красное — это жир, вот где находятся насыщенные животные жиры, омега-3. Самая вкусная часть. Вот это кожа, ее тоже можно и кушать отдельно. В детстве мы кушали. Так, срезаешь. Вот так. Даем их, да? Вот. Так, теперь начинаем строгать. Это спина. Тут очень жирно. Начинаем со спины. Брюшко тоже жирная часть. Начинаем со спины. Потом переходим на брюхо. Стараемся тонким слоем
Хочется рогать. Самая вкусная строганина должна готовиться на холоде, чтоб не оттаивала она. А то некоторые доносят домой и ждут, когда немножко оттает, чтобы строгать было легче. Вот эту часть потом можно нарезать мелкими кусочками и на ужин употребить. Вот строганина у нас получилась. -40.